Девочки мои дорогие, всем добрый день! Сегодня мы с вами готовим маску для лица на основе яичного белка. Вы знаете, что яичный белок обладает таким уникальным свойством, при применении которого наши мелкие морщинки и складочки выравниваются, морщинки убираются, а кожа слегка отбеливается с этой нашей маской, поэтому стоит ухаживать не только за областью лица, но и областью декольте, применять эту маску. Легкий лифтинговый эффект позволяет использовать яичный белок для лица как в молодом, так и в зрелом возрасте, потому что содержащиеся в белке вещества помогают сохранить молодость кожи и справиться с признаками увядания. А еще, девочки, яичный белок очищает, тонизирует, подсушивает и стягивает кожу, а также помогает избавляться от черных точек. Ну, давайте мы сейчас приготовим нашу маску. Я уже сегодня готовила маску, мазь для рук. У меня уже есть один яичный белок. И теперь мне останется сюда добавить чайную ложечку лимонного сока. Лимонный сок выдавливаем из лимона. Никаких концентратов мы не применяем. Если мы хотим, чтобы у нас эффект отбеливающий был более выраженный, то тогда давайте мы сюда добавим прям столовую ложку лимончика. Все хорошо перемешиваем. Вот, в принципе, наша маска и готова. Очень дешевая и очень эффективная. Но самый важный совет, не забудьте, чтобы у нас яйцо с вами было первой свежести. Потому что маска бюджетная, и поэтому экономить на нашей маске не стоит. Яйцо должно быть свежим, поэтому и маска будет эффективная. Все, теперь на очищенную кожу лица мы с вами по массажным линиям наносим нашу маску, выдерживаем 20 минут, затем смываем теплой водичкой и наносим наш любимый крем. И желательно эту маску сделать вечером, чтобы мы не выходили на прямые солнечные лучи. На улицу не выходим после этой маски. Вот вам мои рекомендации. Девочки мои дорогие, будьте красивы, будьте ухожены, будьте всегда свежи и молодо выглядите. Я вам этого желаю от всей души. До новых встреч, мои хорошие!